Искусственный интеллект раскрывает преступление в микрорайоне Парковой 2. Каждый, кто заходит в подъезд, его фотографирует встроенная камера. Неудобная функция для воров, но очень полезная для жильцов. Чем еще полезны умные домофоны, выяснил Андрей Михайлюк. Сплошные преимущества. Вместо 58 рублей, которые я платил за старый домофон, я плачу всего лишь 5. Константин Воронин, работающий пенсионер, старается экономить. Для семейного бюджета новый домофон теперь обходится в 10 раз дешевле и работает бесперебойно. Старый домофон, который работал неустойчиво, там были многократные сбои. Благодаря соседям, спасибо большое там. И я сейчас не нарадуюсь тоже там, мы все пользуемся там. И поколение наше очень нравится. Константин теперь не беспокоится о своей безопасности. В умный домофон встроена видеокамера. Все записи хранятся в надежном дата-центре компании «Интерсвязь». И в случае любого происшествия это видео можно отыскать. Кроме того, ключи от умных домофонов также гарантируют его пользователям спокойствие. Наши домофоны оборудованы некопируемыми ключами с криптозащитой, в отличие от многих старых. То есть нельзя просто пойти и скопировать ключ. Ключи мы и так выдаем бесплатно. В тех дворах, где установлены домофоны, раскрываемость практически достигает 99%. Цена за умный домофон меняться не будет. Это твердая политика компании. Что касается умных домофонов, то у нас твердая цена. Это 5 рублей с квартиры, которая не пользуется трубкой, и 30 рублей с квартиры, в которой установлена старая эта вот пластиковая домофонная трубка. Важно, чтобы домофон был не только дешевым в обслуживании, но и максимально удобным. Все устройства отечественного производства. Сертифицированные прошли множество тестов. В подъезде Марины Олейник умный домофон установили прошлой зимой, как раз перед началом сильных морозов. Один раз был случай, что был сильный мороз. Через смартфон открыть дверь я не смогла. Но ключ работал, и то есть, приложив ключ, я спокойно открыла дверь. Чтобы бесплатно установить такую технологичную панель в своем подъезде, нужно провести собрание собственников жилья. Когда большинство проголосует «за», домофоны от компании «Интерсвязь» станут на стражу безопасности жителей. Андрей Михайлюк, Евгений Молчанов, ОТВ.